Бахмут, советского тыла рвались, боистого Ассель-Люфтваффе. И в земле с неба бомбы неслись, в руинах, чтоб город оставить. Обходили Москву стороной, цель наметив важнее, чем столица. Между Волгою и Окой к промышленным центрам стремились. Вновь на Красное Сормово вошли двигатель революции «Сокол». И дождь смерти сильней всего лил над Горьковским автозаводом. 596 дней длились те бомбардировки, гул юнкерсов и хенкелей, как страшный сон помнит Горький. Город пылал, но боевой дух сохранял. Город пылал, а тысяч бомб, но устоял. Этот город, как важную цель, содержал в себе план Барбаросса. Но врагам сдаться Горький не смел и не уставая боролся. Производство смог не прекратить, беспощадно терзаем о мире, чтоб на фронт продолжали идти казаки Т-34. И промзоны скрыв за камуфляж, Волжский мост под завесою дыма. От воздушных ударов земля защищалась вновь неутомимо. 596 дней длились те бомбардировки, гул юнкерсов и хенкелей.